предыдущей серии. Итак, я заканчиваю свою историю потихонечку. Вот и конец моей истории. К вам пробрался Херобрин. Он ждал этого момента. У меня есть план. Наконец-то я смогу это сделать. Наконец-то мой план реализовывается потихоньку. Да, получилось. Я не знаю, точно не знаю. Но ты не можешь наблюдать за нашей войной. Ты будешь всегда со мной. Будешь меня поддерживать, надеюсь. И будешь наблюдать за тем, как я освобожу твоего брата. Идем. Идем. Вот оно. Вот этот квадрат, в котором была заточена она. С помощью нее я смогу все сделать. Ну что, давай работать вместе. Давай. Жди нас ночь. Четвертый сезон. Первая серия. Сила ночи. Так чего мы ждем, если нам нужно идти? Я не понимаю. Так, я не просто тебя сюда привел. Я не для этого тебя сюда привел. А? В смысле? То есть ты не просто так сюда меня привел? Что? Зачем мы тогда в этом месте? Ну, в общем-то, у каждого есть свои секретики и сюрпризики. О чем ты говоришь? Я не понимаю. Ну, короче, сейчас ты сам все поймешь. В общем, короче, в этом месте я специально спрятал свою одну из своих сил от Херобрина. От Херобрина? То есть у Херобрина есть такие силы, которые можно забрать, и он забирал твои силы? Да. И одна из них находится, сейчас скажу. Вон там, смотри. О, в тех скалах. Вау, понятно. Ясно. Ну что, пошли тогда туда? Ну, наверное, давай. Ну что ли, пошли. Ладно. Только осторожней, а то вдруг, мало ли там какая-либо ловушка. Я просто не помню точно, что там я делал. Ну ладно, окей. Ну что, тогда идем. Что это такое? Так, не понял. Что это? Черт, нет! Она меня схватила. Уйди, отойди, отойди. Быстрее, отойди. Окей, окей, окей. Ну, не трогай меня. Не трогай его. Нет, ты меня так просто не проведешь. Жуткая тварь, нет, черт. Нетушки, все. Пора использовать силу. На тебе! Фух, вроде победил. Ничего себе ты как можешь. Да, ну это мелкая тварь. Но я не знаю, что она тут делает. Надеюсь, то, что она не оклемается. Давай быстренько уберем труп, пока что она не оклемалась. Ну ладно, давай. А, да, давай сейчас доставим силу. Ну, все, давай. Ну давай. Ну типа, давать силу. Ладно, пора, давай. Все это делать. Пошли.